Всем привет! На улице лето, солнце, яркие цвета. А если даже и не лето, то все равно яркие цвета еще никогда никому не мешали. Нам радуга строить и жить помогает. Это я к тому, что сейчас можно купить себе функциональный кусочек радуги. В продаже появились вот такие вот модели HTC Touch P3452. Мы уже рассказывали вам про эти девайсы, напомню главное. Это тот же классический уже HTC Touch, но с увеличенным объемом памяти. Хороший пример модернизации. Внутри новый, снаружи привлекательный. Итак, HTC 3452. Процессор с тактовой частотой 201 МГц. Объем памяти, внимание, 128 МБ оперативки и 256 МБ флеш-памяти. То есть вполне современные показатели. Раньше памяти явно не доставало. Но внутренняя начинка одно дело. Мы сейчас поговорим о внешности. Черная HTC Touch штука привычная, но летом черная... А в продаже появились аппараты на все вкусы. Вот такой, бордовый. Наверное, хорошо бы подошел к пиджакам владельцев ларьков в 90-х годах. Но в принципе сейчас и молодежи подойдет. Во всяком случае, это необычно и достаточно ярко. Покрытие не изменилось, это Soft Touch. В принципе, марки, но отпечатки не так заметны, как на черном. Вспомнился анекдот, когда новый русский пришел в автосалон и попросил машину цвета бордо. Ему продают он, а что, бордо это не зеленый? Вот вам, кстати, и зеленый. Для девушек вообще отличный вариант. Ну и для парней подойдет, мне вот как раз в тон одежды. Я бы даже сказал, что это не зеленый, а оливковый, но такой миролюбивый, приятный цвет. Покрытие тоже Soft Touch, но тут отпечатки еще меньше видно, чем на бордовом, практически вообще не видно. А вот белый поразил, здесь не Soft Touch, просто пластмасса, но выглядит отменно. Летом с легким полуофициальным костюмом вообще то, что доктор прописал. В нашей редакции он особенно всем понравился, очень стильный. Еще раз посмотрим на все три и поймем, что лету нужно соответствовать. Можете себе хоть всю палитру купить, цвета много не бывает.